Всем привет, друзья, с вами по-прежнему Баба, и мы продолжаем нашу рубрику Trash Flash. Не будем затягивать начало, я, как всегда, закрываю глаза, и мы выбираем, что же мы сегодня поиграем. И это будет... Чё там, игры, музыка? Окей, переходим в этот раздел, и сейчас прокрутим мышкой еще раз. Давайте... Так, что-то этот битбокс, тут слишком много одинаковых игр. Давайте чуток ниже опустимся и вот что-то здесь выберем. Опять закрываю глаза, кручу-верчу и... Что там? Кэрри. Кто такой Кэрри? Сейчас узнаем. Я не знаю, что это за тип. Выглядит он достаточно нелепо. И танцует так же. Я не понимаю, что это за кнопочки. Я нажму вот первую. Это типа обычная флешка, где он что-то делает. И по нажатию кнопки, и все. Ну пусть он просто яйцами трясет, я не знаю. Всем это нравится. Вот нажимаешь опять. И все радуются, всем круто. Кроме меня. Мне это не нравится, и пошло оно в жопу. Че за бред? Херня какая-то, идем дальше. Хорошо, выбираем вторую игру. И... Страйк краски. Ну, чё-то как-то не очень многообещающе это все выглядит, но посмотрим. Сделано на Unity. Это, наверное, больше плюс, чем минус. Unity все же достаточно продвинутый движок. Ну, окей. Так, я опять не посмотрел... Как это играть? Ага. Надо за 5 ударов уничтожить, я так понимаю, всю эту площадь. Хорошо, я понял. Давайте тогда вот так. Окей, у меня еще 3 удара. Блин, а это даже интересно немного, знаете? Давайте как-то... Так, сложно прицелиться. Вот как-то вот так. 2 удара. Ну, как бы есть шанс выиграть, на самом деле. Вот так вот. Вот так вот. И последняя штучка осталась. Ну, вот так. Все? Победа? Блин, это прикольно. Я ожидал, что это будет какая-то дичь, но на самом деле это достаточно прикольно. Я... Могу двигать самим мячиком или что? Я могу и сам мячик передвигать, но я не понимаю как. Ну, ничего страшного, я думаю, что сейчас мы с этим всем разберемся как-то. Вот так пусть он летит пока что. Ай, блин, случайно. Ну, типа вот так как-то. А вот эту зеленую штуку я ничего не могу с ней сделать, да? Ну, что-то как-то вот так. Ой, совсем не туда полетело. Ну, я проиграл, одну штучку я не сбил. Нет, я не хочу смотреть видео, чтобы сделать еще одну попытку. Я хочу посмотреть управление. Ну, как бы, блин, игра вроде бы прикольная, интересная. Ну, мне, по крайней мере, она понравилась, но я... Не могу никак не выйти в меню, не посмотреть управление. Здесь тупо нету, ну, абсолютно никакого интерфейса. И никакая из, ну, привычных кнопок не работает. Ну окей, давайте я приду этот уровень. Может тогда появится... Нет, есть только кнопочка Next, и... Давайте пойдем не к Next уровню, а к Next игре, потому что, ну, типа, что за бред, я не могу даже в меню выйти. Так, давайте еще на этой страничке покрутим и понадеемся, что попадется что-то еще интересное. Тут много интересных картинок, чтобы я хотел все же поиграть. Так, закрываем глаза. И... Я что-то как-то вот на грани попал. Ну, пусть будет на эта штука, она ближе всего была. Так что, что там? Evonite Fun. Ну, ладно, пусть так. Не подведи меня, игра. Ох, ничего себе, надо ник вести. Пусть будет... Ну, пусть будет Бабай. Не буду сильно выеживаться.
Про, Борис, Олег, Аврор, Георгий. Ну, пусть будет бабай. Так, движение мышкой, атака левая кнопка, ускорение правая кнопка. Пробел для чего? Для остановки. Окей. Блин, это прикольно. Ну, давайте... Почему наблюдать? А вот, возродиться, появилась кнопочка. Рекламка. Ну ладно, это простительно, разработчикам тоже надо как-то зарабатывать. Так, хорошо, уходим, уходим. Так, блин, это сложно. Хорошо, я как-то проэволюционировал, я получил какую-то броню, но меня убили. Вот если бы не вот это вот ожидание, было бы прям круто. Так, 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 так. Хорошо, одного убил. Так, давайте, Эдвард мертв. Хорошо. Еще проблема в том, что у меня два экрана. И это правда проблема. Блин, меня убили опять. Потому что я часто просто вывожу мышку на второй экран и случайно нажимаю где-то там. Так что надо быть как-то повнимательней. Ты чё? Проблемы с интернетом? С каким нахер интернет? У меня все отлично. Так, 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 так. Давайте идем к этому типу. Блин, он слишком крут. Я второго уровня уже. Так, хорошо. Ух, вот тут месиво. Вот тут месиво. Донат. Там я убил донатера, но меня какой-то Вилли завалил. Счет 171. Уже лучше. Давайте еще одну попыточку. Это типа чет типа Агарио, но поприкольней. Сука, сзади крыса убил, блять. Здесь еще есть какая-то прокачка уровня. Там снизу есть какая-то шкала. А как это закрыть? А, надо подождать. Вот, и мне интересно, типа, что будет... А, оно прокачивается просто во время игры. И ты сразу же, когда апаешь новый уровень, получаешь какие-то плюшечки. Да, вот, что-то вот как-то вот так вот. Надо, короче, выбрать правильную стратегию. Давайте я буду ходить вот где-то вот здесь, в сторонке. Тогда у меня больше шансов на победу будет. Ай-яй-яй, я свернул игру, вашу мать! Плохо? Блять. Так нечестно. Я должен был тут всех убить. Твою мать. Короче, такие игры нельзя играть, если у тебя два монитора. Тогда будет целая куча проблем. Так, я хочу убивать. Ой, что-то я так неудачно появился здесь. На правую кнопочку вроде бы ускорение, но оно почему-то не работает. А как они ускоряются, я не могу ускориться. Игра вылетела. Сука. Первая игра, можно считать, это не была игра, так что давайте еще разок и давайте на этой же страничке. Но давайте-ка я один раз выберу сам игру. Меня здесь интересует вот эта штучка, она прикольно выглядит, превьюшка. Вот эта штука прикольно выглядит. И вот это я не хочу запускать, это заведомо какая-то хрень. Побег из западни, вот это еще интересно. Я не знаю, что мне выбрать. Давайте вот это, возможно, это какой-то хоррор. Игра грузится достаточно долго. Так что это может быть прям какая-то годнота. Игра и правда долго грузится. Я еще надеюсь, что я смогу ее раскрыть на весь экран, потому что ну вот так вот играть это что-то... такое себе. Есть видеопрохождение, ничего себе, да, игра сделана на Unity, отлично, и раскрываем на весь экран. Ну, блин, изначально выглядит прикольно. Давайте жмем старт. Воу. Так. Блин, прикольно, это какой-то квест выбраться из комнаты, типа, да? Так, у меня нету еще кода к этой двери. Так. Давайте вот посмотрим, что здесь в ящике есть.
Вроде бы ничего особо полезного. Раскрутить вот эти штуки я не могу. Я получил одну из трех карт. Хорошо, но вот эти вот болты я никак не могу раскрутить, чтобы открыть. Так что ладно. Так, пойдем к выходу. Темно с другой стороны. Я понял. Сюда рано еще. Давайте посмотрим, что там в шкафчике. Так. Тут пусто. Тут, наверное, надо что-то вставить. О, отвертка. Отлично. Так, отвертка, это супер. Где-то карты нету здесь. Там снизу, например. Нет, ничего нет, хорошо. У нас есть отвертка, значит, я могу вот эти вот болты теперь открутить. Так, вот, берем отвертку. Хорошо, мы открутили болты. Что там, скотч? Зачем мне скотч? Ладно, неважно. Блин, это прикольно. Пока что мне нравится. Так, тут какая-то лампа. И там что-то есть. А, это 75 ватт. Это не то. На стойке тоже вроде бы ничего интересного. Может, может быть, надо скотчем залепить лампу? Нет, это не то. Так, тут я ничего не могу сделать. А что, если я, например, как-то вот раскручу ее? Нет, тут я ничего не могу сделать пока что, ладно. Вот тут есть какая-то надпись. Ран, беги. Ну, спасибо, друг. Я поднял какую-то записку или что это? Давайте, возможно, этот кусок бумаги или что это вот сюда наведем, может быть. Ну, типа наклеим, закроем. Этот цвет как-то, я не знаю. А, 547, это код к сейфу. Супер. Теперь сейф. Так, 5, 4... 7. Nothing but way. Ничего не случилось. Почему? Ведь все же правильно. Странно, странно. Так, вот там есть еще карточка. Шок. Вот что-то возле двери есть. Есть какая-то метка, хорошо. Сейчас посмотрим. Так, 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 так. Что тут у нас? А, вот, вот здесь что-то как-то выделено. Давайте, возможно, скотч используем. Нет, нельзя. Отвертку. Ну вот, я вижу, что здесь есть кубик, который прям вырезан. Но я ничего не могу здесь использовать. Так, там есть какие-то пятна. Видите? Что-то красненькое. Типа отпечатка пальца огромного, я не знаю. Но я все равно ничего не могу сделать здесь. Не, игра прям крутая, ребята. И я думаю, что я сам себе ее пройду. А для вас я оставлю это на самостоятельное изучение во время карантина. Домашнее задание пройти эту игру. Нет, правда, игра хорошая, но я могу очень долго здесь тыкаться, а я думаю, что вам было бы интересно действительно самим пройти ее. Так что на этом, ребятки, у нас на сегодня все.
Надеюсь, этот выпуск вам понравился. Если это так, то не забывайте ставить большие пальцы вверх, подписываться там снизу на канал. И увидимся завтра. Всем пока!